Денежное обновление. Центробанк сообщил, что в скором времени россияне смогут увидеть и расплатиться новой 100-рублевой купюрой. Что будет на ней изображено, пока тайна. Наш корреспондент Екатерина Новоселова вместе с кировчанами пофантазировала, что же может быть изображено. Может быть, Киров? Цветы. Почему? Не знаю, хочется, чтобы деньги стали более веселые. В Кирове, наверное, Киров изобразила. Наверное, драмтеатр. Или фонтан. Ну, а лучше то и другое. Наверное, город Сочи. Он сейчас в топе у нас в стране. Крестьянина. А почему? Они основа государства. Чайковского. Почему? Не знаю, хотя бы будет что-то приятное, какое-то культурное воспоминание. Ну, я бы изобразила Есенина. Потому что я люблю Есенина, я люблю его стихи, и это такое прям русское, вот оно вот, березы там все, и сразу какие-то сразу воспоминания. Сразу. Я бы котика изобразила. Маэстро Панасенкова. Александра Невского. Это был бы Кировский государственный медицинский университет, потому что я в нем обучаюсь. А может быть еще что-нибудь, какой-то знаменитый человек? Конечно, Владимир Владимирович Путин, наш президент. Мост в Новосибирске красивый или природа какая-нибудь там. Культурное наследие нашего региона, например, кстати, тоже можно было бы. Звезда. Какая и почему? Пятиконечная, советская. Ну, не знаю, мне кажется, достопримечательность какая-то – это самое оптимальное, потому что это показывает, что в нашей России есть хорошего. А какой бы город вы изобразили? Ну, честно, не знаю тоже. Может, Киров? Может быть, а тут что-то есть? Я не знаю, можно изображение этого парка.